Хабаровчане сносят дворовые спортивные площадки ради автомобильных парковок. Это решение о демонтаже принимается на собрании собственников жилья. Подробности далее. Хабаровские жильцы многоквартирных домов отказываются от спортивных площадок в пользу парковочных мест для автомобилей. По данным городской администрации, уже демонтирована большая хоккейная коробка во дворе дома номер 26 на улице Вяземской. Снести хоккейную коробку планируют и во дворе дома номер 52 на улице Некрасова. Эти два объекта уже исключены из городского реестра спортивных сооружений. Сейчас в нем осталось 202 объекта вместо 204. Понятно, что количество парковочных мест во дворах недостаточное. Особенно это актуально для жилых домов, возведенных в 80-х и 90-х годах прошлого века. Но снося хоккейные коробки, собственники жилья должны отдавать себе отчет в том, что они лишают себя и, главное, своих детей возможности заниматься спортом. Отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Алексей Подгорный.